Друзья, с вами снова Арбат Хомс. Давайте знакомиться. Меня зовут Денис. Я прибыл к вам из холодного российского города, в котором 4 месяца лета, остальные 8 месяцев непогода. Прекрасный город Мирсин, где теплая вода, широкие пляжи, прекрасная погода, свежие овощи и фрукты, где 10 месяцев лета и 2 месяца весна. Я хочу показать вам, как прекрасно жить в данном городе, а также, как можно зарабатывать благодаря инвестиции в турецкую недвижимость. Инвестиции в турецкую недвижимость – это а. гарантированный доход. Мы гарантируем доход 30-40% на все постройки с момента начала стройки до момента конца. Б. это надежность. Мы 13 лет на рынке, мы работаем только с проверенными застройщиками, которые используют качественные материалы. Я хочу вам показать, какой прекрасный город Мирсин и один из наших проектов, который находится в районе Тедже. Сейчас мы находимся на территории, где в данный момент происходит строительство нашего комплекса. Дата сдачи объекта – март 2023 года. Строительство началось недавно, а это значит что? Это значит то, что вы получите свои апартаменты по самым привлекательным ценам. Данный комплекс состоит из 3 блоков по 14 этажей, планировками 1 плюс 1 по 60 квадратных метров, 2 плюс 1 – 105 квадратных метров. Застройщик вам дарит шкаф в прихожую, кухонный гарнитур, включенный туда кухонной тройкой, а это духовой шкаф, варочная панель и вытяжка. Также вы получаете гардеробную комнату, плюс полностью оборудованные санузлы, начиная от сантехники и заканчивая зеркалами и полочками. Инфраструктура комплекса включает в себя большой плавательный бассейн, зоны отдыха и барбекю, детские игровые площадки, парковку и генератор, а также охрана 24/7. Подводим итоги. Сейчас мы находимся на пляже района Тедже. Здесь широкая береговая линия, теплая, чистая вода, солнце светит и люди купаются, несмотря на то, что сейчас ноябрь месяц. Сегодня мы рассмотрели с вами проект, который располагается в 400 метрах от моря, с хорошей инфраструктурой. Цена начинается на 1 плюс 1 от 35 тысяч евро, на 2 плюс 1 от 44 тысяч евро. Если вам понравился этот проект, можете обращаться по номеру, который указан на экране. Всю дополнительную информацию по данному проекту мы вам отправим. Также можете задавать вопросы ниже в комментариях. А я с вами прощаюсь.